Ульяновскую областную детскую больницу она попала 12-летней Леной, девочкой, которой требовалась помощь врачей. 6 лет под наблюдением медицинских работников дали понять, что помогать и лечить детей – это и ее призвание. Спустя 10 лет после первого посещения больницы Елена вернулась в хирургическое отделение здравницы вновь, только уже не в качестве пациентки. 22-летняя девушка пришла сюда работать. Пока я здесь находилась, у меня пришла идея, что я хочу быть медицинской сестрой, помогать деткам, смотреть так, как они выздоравливают, то есть это очень радует. Закончила школу, поступила в медицинское училище, после училища пришла работать сюда. Женщина рассказала, что помнит свой первый рабочий день, словно это было вчера. Волнение быстро сменилось спокойствием, ведь коллектив практически остался прежним. Одним из первых в новоиспеченной медицинской сестре свою пациентку узнал ее лечащий врач Олег Алексеевич Никонов. Она работает хорошо, работает она у нас перевязочной медсестрой. Это такой серьезный раздел работы, где непосредственно приходится там перевязки делать, выполнять малые операции какие-то. Вот, поэтому мы довольны, что к нам такие тоже больные теперь же сотрудники к нам поступают. В больнице медицинская сестра работает и следит за здоровьем детей уже 12 лет. С утра женщина обходит маленьких пациентов, готовит их к обследованиям, в обед отводит в столовую. Если нужно, играет вместе с малышами в детской комнате. Для них она любимая и уважаемая Елена Владимировна. Очень приятно, конечно, когда благодарные родители скажут даже слово спасибо или даже иногда на улице могут с тобой поздороваться, потому что помнят, что лежали в хирургическом отделении, то есть запомнилась медсестра. Медсестра призналась, что ни на секунду не пожалела о своем выборе профессии, сделанном 22 года назад. Рената Леулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.